видео или фото? На самом деле очень волнительно, потому что перед какими-то съемками клипов или вообще какое-то видео нас, ну, Руслан предупреждает вообще, что будет. А честно сказал, что все будет, ну, вообще, ну, так, ну, неожиданно, просто как импровизация. Ну, я надеюсь, все будет очень круто, и у меня получится, я оправдаю свои даже на какие-то надежды. Влад, успокойся, ты не вытрезвитель, все в порядке. У нас сегодня очень-очень много разных людей здесь работает, и это заряжает, типа, и будет очень круто все. Ну, чувак, это вообще прикольно. Я баранчик. Ну что, Влад, ты теперь будешь всегда с такой прической? Ну, иногда. У тебя суши на носках. Да, суши на носках. Я тупо одеваю суши, у меня волосатая нога. Нет. Давай танцуй, красками телом рисуй. Пускай узорды, но кто из вас меня осудит? Ведь мне по сути много сегодня не надо. Будет. Прямо сейчас начинают снимать меня. Я немножко не знаю, что делать. Мне кажется, ну, мне некомфортно немножко. Скоро ты будешь тут, и все будет, и все будет. Танц, толпада, танц, танц, толпада. Танц, толпада, танц, танц, толпада. Следующая локация, это именно моя. Кресло, трон, я буду как король. Ну, я, конечно, не ЧСВ, но это вообще, наверное, самая прикольная локация. Я вообще еще вчера хотел, чтобы именно она была у меня. Я верил в это. Ну и, видите, желания сбываются. Перебитаются разные звуки. Громкие крики вокруг. Волнами в воздухе кружатся руки. И время замедлилось вдруг. Забрало дух. Загнало круг. Тех ненормальных двух. Глубокий вдох, считаю до трех. Остановиться так и не смог. Будто оглох, будто забыл. Будто бы я по-другому не жил. Память делится, как не болит. Старая книга на полу. Меняются декорации, меняются операторы. Не суть важна. Важно, что мы наслаждаемся этим процессом. Влад уже, ну, становится нормальным Владом, становится похожим на алкаша потихонечку. Танцы до упада. Короче, срака, мы пытаемся быстро собраться. Мы переодеваемся, чуть-чуть передохнули, сейчас готовы обратно вот всем этим заниматься, снимать.
друзья. Спасибо вам за сегодняшний невероятный день. Все как лучше! Спасибо, вы все суперкрутые. Всем здоровья. Скажи мне yes. Yes. Также yes. Мы на съемку. Yes. Сами. Yes. Также, когда мы подбирали образы, мы сами... Oh, yes. Подожди, стой, сейчас. Ты поговори. Мы самостоятельно, yes. Когда мы подбирали образы, мы нашли рюкзаки. Очень, yes. Очень крутые рюкзаки, мы самостоятельно их нашли. Они yes. Нам очень понравились, они называются... Yes. И нам очень понравилось, они клевые. Покупайте, ссылка в описании. Yes. Uh-huh.